Всем доброго денечка, дорогие зрители. Сегодня у нас 7 мая. И в связи с плохими погодными условиями второй этап UFO перенесся. И мы решили не терять этот замечательный день и приехали на спринт в станицу Новокорсунскую. Немало участников, Нива открыта, есть категория, мы в нее заявились. Там участников сколько? 4-5 примерно? Я не знаю, пока вообще непонятно. Мы будем сегодня... Самая главная цель – это Халк. Наказать. Ребят, ну мы как-то сегодня чуть поздно приехали. Все сразу. Быстро прошли техком. Сейчас брифинг, обход трассы сразу. А потом уже будем ждать. Участников ни мало, ни много, нормально. В Ниве открытой машин 7-8 примерно. Вот. Парни в стандарте. Со Староминской. Тоже Староминская. Это, по-моему, с Выселок. Тоже нормальная. Все. Котлеты с UFO. Кто помнит. Лютый со Слабинска. Армавирские парни. Слабинские. В принципе, много кого знаю. Ейск. Класс стандарт. И, скорее всего, стандарт плюс поедут. Ну и еще малоизвестные мне машины. К сожалению, с ними пока еще не встречались. А, ну на UFO были. Такой Тигра. Не знаю, куда Тигра поедет. Стандарт плюс или в открытую. Лебедки не вижу. Стандарт, стандарт, стандарт плюс. Стандарт плюс, стандарт. И даже буханка, по-моему, в стандарте. Участвует и Санечек. В общем, много кого знаем. Ребятки, это такой оп, нежданчик, пикапчик. Кузов редкий, а его засунули в гонки. Посмотрим, как едет. Интересно. Такое, на самом деле, много участников. Стартанул стандарт, мы даже не успели пойти. Бля, Нива пикап. Смотри, пойдем, вот лужа, а мы по этой луже поедем по диагонали. Мы ее всю вдоль проедем, вбок. Где? Сегодня поехала, очень много участников у стандарта, прям очень много. Сколько участников? 18, наверное, да, примерно? Ну, смотри, 2, 5. 16, я говорю. Честно, ребят, там снимать вообще нечего. Они там не ям прыгать. Ну, вот вода только вон в одном месте вот здесь. Просто гоняют пацаны в кайф. А вот сейчас сюда подъем. Не, ну что, это же стандартно, что-то зима. Ну да. Не, ну что, классно, он хоть да, грязевой. Считай. Это Сашина машина? А, у него 11-я. Нет, у него аж алюминиевые крылья. А, ну подъем. О, слушай, так не весь стандарт там поднимется. Пошли контакты, пошли троить машины. Здесь будет сейчас прям мясо. Тут был контакт, опять контакт. Опасные пацаны. Есть, молодцы. Пах.
пацаны, конечно, вообще рубятся очень жестко. Вот это стандарт! Раскорячился, конечно, знатно. Машины лупят не жалея. Ну вот, походу, еще один. Не, выгреб, молодец. Если здесь еще сейчас кто-то сядет, это все, это конец. Пикап удивляет. А, сантраки есть у парней, ничего себе. Ну, это, по-моему, лидер. Круг четвертый уже у него. Патриот. Вот и все. Вот и все. Он уже за трассой. Вот и все. Конечно, я в нем не сомневался, но Нивы бьются. Патриот помог вытащить одну Ниву, вторая начала своим ходом ездить. Ну, сейчас тоже вытащат. Ну, а это, конечно...
Повис или порвался, но морду воткнулся, звук был нехороший. Есть, помогает. О, давай, давай. Его убирать, чтобы УАЗик мог сдать разгон. Это очень злой стандарт, ребята. Молодец. Стандарт. Все, починим веревку. Это не считается то, что он следующий. Ой,
оно выехал. Все. Чуть подутихло. Приз зрительских симпатий сегодня собрал определенно вот этот парень. Самый лютый на волевых. Ну выкинь, подражай. Он извинился, это спорт, все нормально. Извинил. Нет, а ну нахуй я в яме валяюсь. Специально бить, понимаешь, не сложно. Ну как стукнулись? Скажешь про спорт? Серый хочет спорт. На черакезе? Нет, да. Поехали, в Ниву открытую, бля. Ниву сделаю. Что скажу, надо это, сейчас Серега сделает Ниву в 2030 году. Что за Серега? А, свою, Серега, на фолинке там все дела. Да, на клыролинке. Будет массаж простаты делать. Ну что, будем стоять, снимать то же самое препятствие, потому что другого нету интересного. С нами уже Артурчик Барагос Лайв. Ой-ой-ой, блядь. Это было очень опасно, опасно. Если вы не заметили, то ленточку порвал, и надо ему натянуть, иначе будет дисквалификация. Навсегда там осталось. Ленточки очень маленькие, особенно буханка нам будет. Буханка сейчас будет веселая. Костя, буханка. Да-да-да. А что ленточка? Самая веселая. Ну ей там нельзя ехать. Перестала троить машина у пацанов. Ну все, первый круг проехали все. Ну что, второй круг. О, хорош! Хорош! Чуть не закатал. Тигра уже не тигра. На тоненького прошел рядом с колышком. Это было жестко. Есть, как всегда, в классе стандарт плюс тоже старается. Буханка молодец, помог. Почти. Надо было просто. О, на хорошей скорости. АБС-а нету. Есть как всегда на чили, на расслабоне. Но они едут.
тут парни на лайне. Пытается догнать Сашку. Саша что, первый едет? Не-не-не, первый лютый идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Бах! Есть контакт. У Артурика будет на канале очень хороший кадр. Ай, сейчас Сашку. Держит, ну, так немножко дрифта от Нив. И тут еще. Какой-то штрафник снес, как это правильно называется, стартовые ворота. Стартовые ворота, да. Или финишные ворота, ну в общем, их уже измазали, все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, да все, заглох. Как хорошо зашел по раллийному. Что-то у парней случилось. Лютый уже в своем темпе, по-моему, первое место идет. Так, Ейск едет, вроде даже со всеми. Но стандарт плюс, как всегда, растянулся, и получается очень много сходов. Точно сошел УАЗик, Лютый уже закончил, УАЗик сошел, там Саня сошел. О, Саня поехал, кстати, завелся. Вот у парней стартер не работает, еще одну красную Ниву потянули, видимо, тоже со стартером. И буханки нету, вон там Нива сидит. И вот еще три на трассе. В общем, ну, много сходов. Хочу вам показать вот этих участников. Честно, уже по грязи непонятно, что это за команда. Но они едут без лобового. Не знаю, что случилось, мы не видели, но без лобового. Весело. Стандарт плюс, страсти накаляются. Тут не Васик раскорячился, не заехал. Тут все со стартером. Здесь парни не смогли вытащить, да, машина троит. Передачу у него вытащил, понимаете? Нажимать передачу. Саня! Даже пламя из трубы было.
Чуть правее. Колеса правее. Ребятки, ну все. Нива открыта, откатала. Так как немного участников, объединили два класса, чтобы не терять время. Получается, спорт, экстрим или туризм и спорт объединили, в общем, не знаю, какие классы. У них будет общий старт, но категория награждения, я думаю, будет там каждого свое. Торпеда успел приехать. Торпеда чинился всю ночь и успел. Замата, ну это который торпеда, самая невыгодная позиция. Ох, как хорошо! А что, Азамат, почему? Он трассу не знает. Они чуть позже приехали, трассу не знает.
Что такое? Что такое, Азамат? Слушай, ну торпеда молодец. Ну да, согласен. О, Адам как бегает. Давай, давай. Котлета там в препятствии сидит. Так, Усть-Лабинск прошел, Лютый с Усть-Лабинска, извините, сидит, пока даже не морду не закинул. Но хочу сказать, что Котлета сидит на диагоналках, УАЗик сидит на выезде с, получается, Армавирский, причем УАЗик сидит на выезде с Мочека, с Камыша. Места там, в принципе, проезжаемые. На баге. О, да, сколько. А ты что, ты просто в красавку сделаешь? Я тут пару раз, блядь, на жопе съехал. Не хватает лопатки, да, ему? Торпеда приехал на второй круг. Думаешь, заскочит? Не заскочит, просто там легче. А. Там ступенька сильнее стала, раскатали. Ну, морда обрезана. Торпеда выехал. Выезжай, выезжай. Да, он не уже не было, он не может выезжать. А что он там Откуда парни? Да вот с этого, по-моему, Ставропольский край у него. Ставропольский край? Александр Шейн, они тоже чемпионы края в призрак. Ебать, он его закинул. Хорошо хоть стекло не развалил деду, дед в шоке. А это очень интересный персонаж, у него газоновский V8. Блокировок нету. Это со Староминской, по-моему, парни. V8, но блокировок нету. И лебедочка у него, ну, такая. Китайская, да? Да. По-моему, на военных мостах он. Военная, да. Ой-ой-ой, что ты делаешь, реп? Ну ладно. Джинсы. Все. Да. Торпеда. Ох, хорошо там глубоко. Смотри, как ты оттуда выехал? И все, он даже морду не заскакивает. А? Не видно мотор стоит. Да, у него 2,8. Так, парни, парни, отходите, торпеда сюда будет залетать. Люстра зачем ему горит? Не знаю, пускай. Адам шустрый, красавчик вообще. Адам, люстру пусть выключит, скажи ему. Там колесо, да? Ну, молодой. Что с колесом? Что с колесом? Адам, а что, не слышите, друг? Thank you.
Очень долго выезжал, сгреб всю землю, потянул на метр трактор. У нее нормально хватает. Все, хватило. Пусть лабинские хорошо идут. Торпеда что-то встал в воде и стоит. Тебя сейчас нашел. Первый уже обошел, да, только что? Давай, Максим, давай! Колеса чуть влево. Артур! У них есть план, и они его придерживаются. Обстановка по экстриму. 50 минут застанули, но они со мной не разговаривали. Затор получается на диагоналках. Там 4 машины. 2 встали. Что-то будет дальше. Последние минуты гонки. Страсти, как всегда, накаляются. Кстати, вот шторм, который Nissan Patrol, скрытый за этой котлетой. На предыдущем круге единственный сам без лебедки выехал промеж колеи, вот заехал по этой траектории и сам выбрался. Единственный. Молодец. Ну, сейчас уже с лебедкой. УАЗики сидят, копают. Там на первом, который с газоновским движком, металлический трос походу порвался. Эти от Викинга 4x4 парни. По-моему, это этот УАЗик, уже в цвете не разберешься. Пытались тянуться назад, порвали трос.
и сидят. Остальные все где-то на трассе. Сейчас пойдем посмотрим, что с торпедой. Ушел. Да, кисель тут, конечно, размотали. Колеса вправо сделай. Вправо. А, вон Макс мотает с удлинителем. Да, кесю месяц тут размочили нормально. Лебедка ли была, проехал. Аут. Я говорю, дырка, это аэролок, камеру закинул. Ну, покажу результат наших с Костяном покатушек. Это вот такой вот сильный якорь. Взяли мы его у Титана, у Нальбия. Он тягал и Ниву, и Чирокеза тягал. Но мы, к сожалению, умеем гнуть этих за раз. Первый мы в листе погнули. Купили второй, и второй погнули. Попробуем его восстановить, обрезать, усилить, проварить. А может, еще придется третий. Но это мой косяк. Мой косяк, я его засадил, не получилось его хорошо достать. Поэтому, ну, в общем, всякое бывает, опыта мало. Молодцы! Начинай, еще вечером.
Хотели же палатку же брать, ставить. Ура, ура, ура! 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 Ура!